хинкали – одно из самых известных блюд грузинской кухни. В этом рецепте я предлагаю нетрадиционный вариант хинкали с грибами. Блюдо подойдет для постного стола и веганского рациона. Подробнее, как приготовить хинкали с грибами, я расскажу ниже. Грибы для начинки подойдут любые, но лесные грибы, конечно, ароматнее. Тесто для хинкали необходимо хорошо вымесить и раскатать много раз, чтобы оно стало послушным и пластичным. Получается очень вкусно, сытно и красиво. Список ингредиентов в конце видео. Подготовьте все ингредиенты. Нарежьте лук мелкими кубиками, обжарьте на среднем огне до мягкости. Затем добавьте порезанные на мелкие кубики шампиньоны, жарьте до испарения жидкости. В конце посолите и поперчите по вкусу. Просейте муку, посыпьте ее солью, затем сделайте углубление и налейте туда ледяную воду, хорошенько вымесите тесто. Подписавшимся, больше вкусностей. Раскатайте тесто максимально тонко, вырежьте кружки. В центр кружков выложите начинку. Соберите края кружков гармошкой, плотно скрепите ножку сгиба, хвостик по желанию можно отрезать, отварите хинкали в кипящей подсоленной воде 10-15 минут. Хинкали с грибами готовы, приятного аппетита! Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Нам понадобится: грибы 300 грамм, мука 250 грамм, вода 125 миллилитров, ледяная, соль 1 чайная ложка, половина чайной ложки, в тесто половина чайной ложки, в начинку лук 1 штука, перец черный 2 щепотки, количество порций 2. Щелчок, клик, нажатие на лайк. Это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Заходите на канал снова, котятки.